Пятый благотворительный забег «Я бегу, ребенку помогу», приуроченный к Международному дню защиты детей, состоится 28 мая на центральном стадионе города Одинцово. Принять участие в нем может каждый желающий по предварительной регистрации на сайте забега. Собранные на семейном спортивном празднике средства пойдут на специальные тренажеры, парты, компьютеры и другие необходимые предметы для детей и подростков с нарушениями развития, такими как аутизм, синдром Дауна, умственная отсталость, ДЦП и другими особенностями развития из общественной организации «Мир детям» Одинцовского округа. В программе паралимпийские и костюмированные забеги на дистанции в 450 метров и основной забег на 3 километра. Также будут работать благотворительные мастер-классы и ярмарка. Состоится концерт с участием детских творческих коллективов. Начало регистрации в 9 часов утра.